Всем привет! Меня зовут Толмасяна Нина Рафаэловна. Я врач-ортодонт, работаю в Москве. Поскольку давно занимаюсь проблемами сустава, я стала перед той проблемой, которая возникает очень часто, когда височная рука изолирована по отношению к черепу, и у нас возникают проблемы, как планировать план лечения ортодонтического. Поэтому я задумалась, что гипсовать верхнюю челюсть в артикулятор только по лицевой дуге – это не совсем правильно и не совсем индивидуально для пациента. Поэтому сегодня я посетила семинар, посвященный анализатору Шестопалова, анализатору хип-плоскости, по которому буду пробовать делать диагностику и учитывать положение верхней челюсти, роллы, ротации и все остальные позиции, которые возможны. И буду думать, как работать дальше. Всем советую посетить курс, было очень интересно, очень информативно. И учитесь, и вся наша жизнь – это учеба. Всем спасибо.